Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня, и это все опять купоны, акции, бонусы за покупку и так далее, Итак, взяла я как бонус за покупку гель для бритья, очень мне понравился, себе, маме, дочке, в общем, всем раздам по 3 штучки, себе тоже в запасничке положу, артикул 2571. Чем он мне понравился? Тем, что он легкий, классный, у него очень приятный аромат. Что мне понравилось, он, кстати, пенится так очень даже хорошо, и после него как-то вот как будто и раздражения никакого не бывает. Вроде бы гель, но пенится замечательно, пенится хорошо. Далее решила вспомнить, что такое роллинг гель, взяла одну штучку, тоже по купончикам, артикул 7881. Я помню, что я им пользовалась, что он мне вроде бы как нравился. Так, открываю, сейчас надо, главное, не забыть ванну унести. Но не помню, такой ли он был. У меня такое чувство, что он очень похож на ICEUL, когда вот так вот скатываешь, и кожа собирается лишняя в катышки, и вот это вот и называется очистка кожи. По-моему, он как ICEUL. Видите, вот эти вот катышки небольшие такие вот, и он как бы такой водянистый. Почитала у него способ применения. Запах очень, конечно, приятный, мне нравится. Нанесите достаточное количество геля на очищенную сухую кожу лица, избегая области вокруг глаз, массажными движениями массируйте 3-5 минут после процедуры. И вы знаете, такое чувство, что это какой-то, как будто бы такой же, как и ICEUL. Ну, в общем, посмотрим. Вспомню, что там было, не было. Это наш аромабальзам. Классный и крутой. Он идет как первая помощь. Успокаивает раздражение, снимает покраснение кожи и зуд. Также любые ощущения дискомфорта. В общем, все что угодно. Причем даже обезболивает, снимает зуд насекомых и так далее. Артикул 1701. Взяла поболее, потому что сейчас лето. Викуська, смотрю, чешет. Смотрю, ага, притащила с улицы укус. Я, конечно же, с удовольствием ей раз-раз помазала. Она сразу забыла. Дальше. Такой вот землянично-медовый чай. Он был по бонусу за покупку. Я, конечно, взяла всех по одному. Артикул 16011. Я брала 3 пачки в предыдущем, поэтому не стала брать много. Так, 16014. Апельсиновые тропики с харкаде и эхиноцеей. Тоже приятный чай. И ройбуш ванильный с шалфеем и стевией. Артикул 16010. Все чаи до такой степени прекрасные, приятные, что я их даже пью без сахара. Дальше. Пару средств для интимной гигиены с афродизиаками 8722 артикул. Поедем дальше. Спрей. Еще решила заказать, потому что дочка утащила, знакомая пришла, я тоже хочу. В общем, у меня 4 штуки продалось, осталась одна. Мама говорит, я поехала в деревню, дай мне спрей. Я ей отдала, я вообще без спреев осталась. Ну, он, правда, его уже все мои знакомые знают, очень любят. Это легендарный кислород, восстанавливающий активный спрей. Он идет как освежение, артикул 0256. Можно и на макияж, и под макияж его наносить. Он действительно суперский. Далее попробовала я вот этот вот дезодорант. Помните, я вам говорила, что вот эта новинка, мне не понравился гель для душа. Прям очень не понравился гель для душа из этой серии, потому что запах какой-то вот, ну, неприятный. Тут абсолютно такой же какой-то аромат, но он более сносный, более нежный, более такой легкий, что ли. И вот им можно с удовольствием попользоваться. Артикул 2680. Но все равно отдает едой. Вот отдает едой, и вот это вот ощущение еды под подмышками. Я не знаю, понравится оно мне или нет. Заказала 2. Нечаянно 2 у меня получилось. Я думала, не заказала, кликнула, а потом не посмотрела, что их 2 в корзине. Дальше артикул 5112. Детская зубная паста. Викина любимая. 100 лет я заказываю. Далее смотрите, что я взяла по купонам. Я взяла 8 пачек ICEUL. Посмотрела, они приходят с очень хорошим сроком, они полностью запакованные. Вот знаете, мало ли дарить какие-то подарки, классно дарить что-то особенно клевое и особенно качественное. Вот они в распакованном виде у меня есть, такая вот коробочка, артикул 0916, эта штучка лежала внутри. А, у меня их 2, походу. Это из-под прошлых, которые закончились. Вы знаете, я одну пачку, ну, 2 уже, точно полностью израсходовала. И могу вам сказать, что они катаются. Видите, они сами по себе такие жиденькие.
И вот они очень-очень сильно катаются по руке. Видите, с них прям капает. Видите, капает. И вот когда я их кладу под веко и начинаю ходить, а не лежать, вот это вот то, что течет у них, ну, я на верхнее веко разношу. И эффект действительно веки более гладкие, более прикольные. Но если я начинаю разговаривать, они плывут. Пробовала мужу на лоб, вот видите, он уже поплыл. Вот этот низ, он уже поплыл. Если вот так вот пошевелить рукой, имитировать разговор, он плывет потихонечку, постепенно. И вот этот момент мне, конечно, не очень понравился, не очень-то удобно. Потому что начинаешь им пользоваться под глазами, а уплывают они практически до носогубных складок. Вот это вот мне не понравилось. Но когда они подсыхают, если их вот вытирать, вот эту вот пропитку убирать, они уже так сильно не катаются. Видите, какие блестюнчики хорошенькие. Так-то они красивые, аккуратные, прикольные. Но вот тут не очень такой вот удобный момент. Мне с ними не понравилось. И, конечно, они больше как-то, знаете, питают, увлажняют, чем разглаживают морщинки. Хотя тут, знаете, у них такое интересное описание. Для нежной, тонкой, чувствительной кожи вокруг глаз эффективно увлажняют кожу, разглаживают мимические морщины, снимают отечность, препятствуют появлению возрастных изменений, созданы из специального биоматериала гидрогеля, который оказывает освежающее действие, также является отличным проводником активных действий компонентов эссенции в глубокие слои кожи. В принципе, вот их надо держать 20 минут. Я могу вам сказать, что действительно как-то вот приятно освежают они, классно, но они едут, они прям реально едут. Дальше очищающее молочко, это мое новое открытие, оно у меня долго простояло, я его брала на обзор, оно мне понравилось, очень даже, кстати, понравилось, но я что-то как-то думаю, мицеллярка, тоник, и я прям увидела, как улучшилось качество кожи, когда я мицелляркой снимаю косметику, потом протираюсь молочком, а потом уже тоником, прям вот отлично, когда трехэтапное очищение, прям улучшилось качество кожи. Я прям чувствую вот это вот приятное такое ощущение. Оно светлое, легкое. Единственное, что очень густое, видите, еле-еле течет. Единственное, что оно очень густое, еле течет. Запах тоже какой-то еле-еле уловимый, я не могу его описать. И под конец я его ставлю вот таким образом. И это молочко еще и с антивозрастным комплексом. Клевое, классное, против 7 возрастных изменений. Заказала свекрови себе, пока по купонам, я так понимаю, если им пользоваться утром и вечером, его надо будет много. Далее, дезодорант для интимной гигиены. Вот недавно, кстати, его в нашем продуктовом чате девочки очень-очень хвалили. Хвалили так прям здорово, что прям было приятно почитать, что этот продукт не только я выбираю. Артикул 1628, он обеспечивает чувство комфорта, защиты свежести в течение дня, подходит для ежедневного использования, не вызывает сухости, обогащен витаминами Е и F. Его можно распылять на все тело. Не обязательно вот этот такой вот спрей. Видите, обычный такой вот спрей. Вот чуть-чуть немножко влажно, который, в принципе, когда вы его наносите, он блокирует как будто вот все запахи, даже если они уже есть. Вот это вот тоже интересно очень. Беру с собой обычно в поезда, в поездки, мне нравится. Это Катюшкин шампунь, она его очень любит. Сделаю поправочку. Вот для моих волос вот этот шампунь мне показался слабоватый. Хотя это питательный шампунь, подарит волосам глубокое питание, естественный блеск. Но он мне показался вот реально слабоватым. Вот он такой симпатичный. Вот такой вот он. Жемчужный, красивый, классный, симпатичный. И он приятно, очень приятный такой сладковатый, нежный такой аромат. Артикул 7721. Я его заказываю именно Катюшке. У нее натуральные длинные волосы. И вот за натуральными, у нее не тонкие, но очень густые, длинные. Вот ей подходит он. Ей очень подходит. Далее, сухой шампунь. Взяла по купончикам обязательно 2702. Так, мужу гель для душа, два больших геля для душа, что-то вот из-за того, что у нас жара стояла, очень быстро гель уходит, артикул 13-12, далее пару коктейлей, это коктейль, он идет для того, чтобы заменять один или два перекуса еды в день, и за счет этого человек меньше полнеет, если он вдруг полнеет, и если он еще спортом занимается, он действительно начинает худеть. Шоколадный 156
54. Я пью на воде. Кто-то писал, фу-фу-фу, на воде я пить не могу. Я раньше тоже пила только на молоке. Но мой врач сказал, что молоко пить не очень-то полезно. И мы как-то вот постепенно, по чуть-чуть перешли на воду. В чистом виде шоколадный или вот, например, клубничный я не пью. Я смешиваю всегда шоколад-клубника, шоколад-ваниль, клубника-ваниль, клубника-банан, клубника-шоколад. Да, что-то вот такое. Чего-то два постоянно смешиваю. Мы с мужем наводим две порции. Одну порцию, допустим, клубничного кладем, вторую порцию, допустим, кладем шоколадную, и все это перемешиваем в шейкер и пополам разливаем. И получается две порции клубнично-шоколадного коктейля, например. У клубничного артикул 156-51. И также в нем содержится коллаген. Коллаген очень хорошо сейчас пить. Далее у нас с вами идет вот такой вот скраб для кожи головы. Я им пользуюсь редко, потому что он что-то вот прям действительно хорошо очень чистит. Мне он очень нравится. Видите, тут прям куча-куча всяких крапинок. И они вот очищают просто великолепно. Прям, можно сказать, скребут вот кожу головы. Ну, это надо делать, если голова жирная, два раза в неделю. Если голова сухая, то можно сделать не обязательно два раза в неделю, можно раз в две недели примерно. Он подсушивает немножко кожу головы, поэтому я стараюсь делать как можно реже. Пахнет такой кисленький какой-то аромат, не яркий, не бьющий в нос, очень такой аккуратный, деликатный, слегка какой-то... Даже мяты немножко отдает. Идет он 100 мл. Ну, мне его хватает. Я не знаю, на сколько применений. Ну, применений может на 5. Он как бы экономный. Артикул 7733. Содержит вулканический пепел, который абсорбирующие свойствами известен. И также... Он регулирует работу сальных желез, быстро устраняет загрязнения с кожи головы и корней волос. Аскорбирующие частицы разных размеров отвечают за трехуровневое очищение. И он очень легко вымывается. То есть вот после такого скраба я могу сделать масочку, например, для улучшения густоты волос. Или ну, обычную другую какую-нибудь питательную масочку. И маска должна, по идее, лучше работать. Артикул 7733. Дальше. Вот таких пару масок я взяла. Так, это у нас маска Lotus. Такая идет. Очень приятный аромат. Очень приятная у нее идет консистенция в этой масочке. Видите, какая няшная, розовенькая, хорошенькая. Наносится хорошо на волосы. Она не течет абсолютно. Запах у нее вообще ни на одну маску не похож. Вот запах, скорее всего, лотоса и идет. Взяла пару штучек. Она идет как восстанавливающая для всех типов волос. И он очень питательный. Содержит много полезных микроэлементов. И маска идет как восстанавливающая, которая сглаживает чешуйки волос, придает им силу и блеск. Насчет блеска сложно сказать. У меня пережженные, сухие, блондинистые волосы, поэтому я не знаю. И кому эта маска достанется, тоже не особо знаю. Так, это у нас идет маска-восполнитель кератина. Так и называется «Умный кератин». Гламурная. Очень такой приятный, нежный, еле уловимый аромат. 200 мл, артикул 8248. Она идет с интеллектуальной формулой, которая моментально преображает даже сильно поврежденные волосы. Кератин распознает ослабленные участки, восполняет и так далее. Поэтому вот прям хорошенькая масочка, взяла пару штучек. Дальше. Спорная вода. Мне показалось, что в прошлый раз мне эта вода нравилась. И мы, когда она пришла, я еще до распаковки решила эту водичку немножечко на себя нанести и послушать ее перед обзором еще раз. Я ее запомнила как нежную, легкую, какую-то такую невесомую, приятную. Иногда хочется что-то такое. Это Essential. 50 мл она идет. Артикул 6107. И вот вы знаете, когда я ее набрызгала, вот идет какая-то такая вот нежность, легкость, что-то приятное. Когда я ее близко подношу к носу, вот оно сейчас выветрилось, сладость чувствуется и какая-то привкус мха или плесени или чего-то такого, вот знаете, непонятного. Я также нанесла этот парфюм двум девочкам. А на руки девочки сказали, фу, ты что, какая плесень, очень вкусная легкая водичка. Я говорю, да что вы, я прям чувствую вот мох какой-то. У меня сейчас в гостях Ириночка Тихонова, рубиновый директор мой. Мы с ней собираемся на фотосессию. И вот вы знаете, она тоже почувствовала вот это то ли мох, то ли плесень.
Очень такой легкий привкус, но он какой-то вот, ну, неприятный. Мне вот не понравился этот привкус. Хотя и коробочка, и все супер. Поднесла мужу послушать аромат. Муж говорит: ты что, отличный аромат, мне очень нравится. В общем, я так и не поняла. Я решила эту воду, так как она мне не противна, но и неприятна, я осталась к ней нейтрально, поставить в прихожую. Вот кто забыл на себя парфюм перед выходом нанести, тот и будет избрызгивать. Далее заказала, пока есть купоны, еще вот такую красоту. Это наипрекраснейший, просто суперский. Я его обожаю. Я не знаю, как описать. Один, наверное, из моих любимчиков стал. Один из моих фаворитов, потому что я прям очень-очень полюбила вот этот вот крем для душа. Вот он такой хорошенький. Видите его консистенция. У него очень-очень яркий, бьющий в нос аромат. Ну, лично вот для меня он сильный, но он очень приятный. Артикул 26.14. А это идет расслабляющее крем-масло для душа. Действительно увлажняет, ухаживает, и на ночь им очень приятно мыться. Я еще вам могу сказать, так как он расслабляет не то, чтобы усыпляет, а какого-то вот, знаете, легкости, счастья какой-то добавляет. Спится с него приятнее. Я иногда им не каждый день, но изредка могу помыть дочку. Вот, например, когда у нее был день рождения, она такая возбужденная была, что я ей вот это Dream Therapy и бальзам на виски нанесла, и этим кремом ее помыла, и еще попшикала вокруг нее, понимаете, чтобы она спокойнее уснула. Она действительно лучше уснула, чем обычно. Далее крем-уход для интимных зон, артикул 26.02. Крем понравился, беру уже распятый, наверное. Он стоит у меня в ванной, я им пользуюсь после гигиенических процедур. Этим кремчиком он очень приятный, у него аромат просто безумно суперский, и такое чувство, что как будто помогает поддержать чистоту, что-то вот такое вот весеннее, легкое, приятное, вот это вот свежесть, ощущение такое очень хорошее. Способ применения: мы наносим небольшое количество крема на кожу интимных зон. Я его также могу нанести под мышки, если я дома в жару, там под грудь. Мне тоже очень нравится вот этот вот эффект, потому что он идет как бережный уход за интимными зонами, но средство обеспечивает коже и увлажнение, дарит ощущение комфорта, также способствует нейтрализации неприятных запахов. И я за то, чтобы подмышки летом особо не затыкать, если мы дома. Понятно, если я куда-то иду, я обязательно нанесу антиперспирант, но на самом деле мне вот этого хватает. Формула с пребиотиками тут идет, она стимулирует рост полезных бактерий и способствует поддержанию здорового баланса микробиома кожи. Обладает еще осветляющим эффектом, но это, наверное, для тех, кому это нужно. Прям рекомендую, попробуйте хотя бы разочек, вот особенно во время жары, очень приятная штука. Дальше крем 82.12. Это, ну, я называю крем маску-крем, потому что он очень-очень сильно питательный, он утяжеляет слегка волосы, у него яркий такой бьющий в нос аромат, поэтому я считаю, что он не каждому подходит, но пережженные блондинки, ну, те, кто вообще, я не скажу, что я пережженная, меня красит хороший мастер, хорошие краски, все такое прочее, но все равно, когда мы каждый месяц, 12 раз в год обесцвечиваем голову, я ее милирую, стараюсь корни не задевать, сколько-то лечу, маски делаю, ну, действительно, волосы подросли, мне нравится. Я их тут опять обрезала, я не люблю сильно длинные волосы, обрезаю их, потому что они у меня сами по себе от природы тонкие, густые, тонкие, и они и так-то у меня не объемные, если они дорастают, допустим, до начала лопаток хотя бы, я их сразу обрезаю, они мне мешаются. Чувствуется вот этот уход, чувствуется, что ломкости меньше и так далее. Шарики для устранения запаха, по-моему, они у меня в прошлом обзоре были, 111.60. Так, крем-паста для чистки металлических поверхностей, 30.058. У нас вообще полностью закончился универсальный спрей-пятновыводитель. Поэтому три штучки я вот скоро к родителям поеду, отвезу три штучки. Три штучки я оставлю себе домой. Три штучки свекрови. И еще один у меня вот девушка заказала, но потом сказала два. Я думаю, ладно, я отдам свой, а потом еще подзакажу. Дальше карандаш. Это у меня заказали. К сожалению, не могу вам его открыть. 30.152 артикул. Это тяжелая артиллерия. Он убивает все пятна на повал, но если что-то цветное, может попортить. Если вот этот не портит цветное, то вот этот попортит, когда вы захотите вывести пятно. Далее, это мое, наверное, открытие. Спонж для нанесения тонального крема. Очень понравился. Я его кладу в айсеулские вот эти вот наши кушоны.
Он закрывается с натягом, с натугой, но там щелчок, он закрывается и там держится. Им я наношу макияж лучше и ровнее, чем тем, который там есть. И недавно мне женщина на ютубе написала, что она делает точно так же. Ну, я прям посмеялась. Размер одного спонжа 2×3,5. Артикул 90-28. В общем, классно. Так, дальше. Купоны. Это купоны. Ультракондиционер для белья «Восточный пион». 1, 2, 3. С артикулом 118,53. Это запаснички у меня будут. Ультракондиционер для белья. Он идет как суперконцентрат. Утренняя свежесть. С нежным легким ароматом. 118,51. Далее еще взяла гель для стирки. Для черного 118,41. Гель для стирки для цветного 118,43. Гель для стирки для деликатных тканей 118,40. И чистящий крем универсальный. 302,53. Очень хорошо им двери чистить, кстати, мне нравится. Запаснички идут, гель очищающий для туалета, потому что в туалете у нас еще не кончился, только начался. 302,92. Так, рефрешер. Вылили весь рефрешер в самолете. Открываем, а у нас залита и плойка, и выпрямитель для волос, и фен. Думаю, боже мой, квадрокоптер мы залили. Так обидно было. Но ничего, все выжило, вообще абсолютно все работает. Он не испортил нашу технику. Артикул 302,89. Наверное, вот тут плохо мы закрутили, под давлением он вылился. Надо было, наверное, вот закрыть его. А он, наверное, вот закрученный был и вылился. Ну ничего, вот заказала. Люблю его, обожаю. Сколько раз про него рассказывала. Средство для мытья посуды, детских принадлежностей, мыть игрушки 115-17. Вот мы уезжали, у нас тут оставалась хозяйка по дому. Она все игрушки мыла, 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 мыла. Все полки мыла, мыла. И все, вот целый тюбик измыла за месяц. Все на английском языке пришло. Это средство для духовок и плит «Сила цитрусов». Ну, знаете, хорошее средство. 500 мл, артикул 301,19. Сколько лет пользуюсь, вроде бы все нормально. Далее идет освежитель для воздуха. Тоже хапнула по купонам. Два своих любимых вкуса. Вот это у нас идет такой фруктовый, приятный, чувственное наслаждение. 80,06. Этот идет как чистая нежность. 80,05. Это, наверное, мои бестселлеры. Я их рекламирую каждый обзор. Каждый обзор, очень их люблю. Далее, смотрите, что я приобрела. Я приобрела еще несколько сковородок. Такая вот она красивая. Меня попросили одну, но я взяла парочку. Они идут 20 сантиметров с антипригарным покрытием. Очень удобно жарить блинчики. Артикул 119,78. Взяла две одинаковых авокадо. Очень хорошенькие. Тут у них идет и как за ними ухаживать, и все такое прочее. Написано не мыть в посудомойке. Мы, если честно, моем. И вы знаете, с ними все в порядке. Ну и дальше взяла костюмчик для Викуси. Немножко расстроилась, он великоват. Я думала, она в нем будет осенью ходить. У нее так-то есть в чем ходить, но частенько переодеваются они. Костюм мятный, размер 146. Пожадничала, взяла больше, чем нужно на размер. И пожалела. Вот эта трикотажная толстовка, ну пусть до весны полежит. Ничего с ней не случится. Состав 100% хлопок, артикул 532,107. Такая вот она, слегка великоватая нам идет. Ну вот тут вы сейчас увидите ее, как Викуська в ней крутится, вертится, одевает и так далее. И также брючки я тоже взяла 146. Цвет мятный. Трикотажные брюки для девочки. Артикул 532-152, размер 146. Вот это у нас изнашивается, к сожалению, быстро, потому что мой ребенок везде. Она такая спортивная, она просто везде. И, к сожалению, цвет действительно мятный, а на камеру он как будто бирюзовый. Вот камера врет и все. Именно вот этот цвет во всех моих обзорах она врет. Цвет приятный, мягкий, такой хорошенький. Также взяла себе шорты-велосипедки, так как те шорты у меня утащила моя дочь старшая. Забрала, носит с удовольствием. Они после стирки так хорошо ей сели. Пусть, да, мой размер, но она их забрала, и ей хорошо. Поэтому я себе заказала новое. Вы знаете, удобно. В жару дома в них ходить удобно. На эллипсоиде в них походить очень тоже удобно. Мне прям все нравится. Прям все-все при все. Натуральненькие, хорошенькие и черные. Даже вот я тут сходила в душ, надела белую футболочку, вот эти вот велосипедки. Вот у них тут такие шовчики, все хорошо прошито.
Тут резиночка толстенькая с логотипчиком Faberlic. И мужик говорит, я пошел в магазин. Слушай, а я, говорю, с тобой пойду. Я тоже, говорю, что-нибудь хочу себе выбрать. И мы с ним сходили. Я шлепа надела и пошла. Сланцы. Вот поэтому супер. Но их у меня больше нет. После стирки дочка утащила. Размер XL. Артикул 862046. Это шорты-велосипедки. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Аня. Проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной.